Друзья, здравствуйте! Сегодня я буду пикировать петунию тайдал. Ну вот в данном случае это черри, вейв черри. Тайдалы я сеяла 21 декабря прошлого года в такие чеплашки. Вот такими они уже выросли. И вот я их буду рассаживать. Вот в такие горшочки. Горшочки с дренажными отверстиями. Пол-литра. Грунт я сделала теравита. Плюс добавила торф и перлит. Это, конечно, промежуточная пикировка. Потом я буду высаживать в 2 или в 3 литра, ну, до того, как до бочки. Конечно, до бочки они здесь сидеть не будут. Ну, вот сделали отверстие. И теперь я буду выбирать самые крупные. Ну, вот я не знаю, как у кого, у меня они... Вот чтобы совсем уж одинаково развиваться, у меня такого не получается. Ну вот в эту чеплашечку я сеяла так 34 штучки. Ставим и немножко уплотняем. 34 штучки. Я не считала, сколько взошло. Сеяла я в торф классман. А здесь у меня агробалт добавлен. Почему в классман? Потому что он более мелкий. И разделять, там нет этих крупных частиц, и вот разделять-то удобнее пикировать именно из классмана. Мелкой фракции. Рецептура там 700 какая-то, 756, по-моему. Так. Ну вот я 21 декабря я их посеяла. Потом дней через 20, ну да, дней 10 назад я их удобрила. Удобряла я их. Мочевиной. Азот там составляет 46,2. Ну, вот так берется все хорошо с корнем. Они сразу фук. И вот такие вот огромненькие получились. Одну зацепила. Придется. Еще кого взять?
Конечно, они будут и черенковаться еще. Но вот таких вот малышек я оставляю. Они останутся здесь. Вот я вчера пикировала. Ну, вот этих оставила. Подрастут. И их тоже пересадим. Вот они, вчерашние. Так, теперь я что сделаю? Я, естественно, полью просто водичкой. Конечно, корешки сейчас ничего у нас не возьмут воды, но так как в доме очень сухо, больше на испарение, чем на полив. И, конечно, вот такие надписи. Тайдал Черри. Это чтобы не перепутаться. Чем удобно вот этими флажками, то что там стикеры надо отклеивать, переклеивать, да, где-то даже и переписывать. Такие флажочки легко будет переставить просто. Вот. Вот такой результат у меня получился, но это еще, конечно, не все. Тут еще я буду делать. На этом все. Друзья, до свидания. Всем удачной работы и хороших результатов.